В Твери на несколько дней перекроют Петербургское шоссе. Движение на магистральной улице будет ограничено на участке в пересечении с улицы Комарова. Ограничения связаны с работами по замене участка теплосети. Продлятся ориентировочно до 14 декабря, сообщают в администрации Твери. Временно изменятся маршруты троллейбусов. Проезд транспорта будет организован по двум другим полосам. По одной в каждом направлении. Во избежание образования заторов автовладельцам рекомендуется по возможности использовать маршруты объезда по улицам Веселова и 2 Красина. Также изменится движение троллейбусов. Троллейбусные маршруты номер 3 и номер 7 следовать до центра Свара не будут. Будут следовать до первой городской больницы, и часть троллейбуса будет направлена на поселок Первомайский. Время окончания работы ориентировочно это 17 часов 14 декабря, но более точная дата будет известна после того, как вскроют проезжую часть и определят объем выполнения работы.